Cabrina Switchblade заслуженно считается образцом универсального фрирайдного кайта. Жесткий купол, хорошо тянет, особенно на ходах. Крыло с 5 поперечными баллонами легко отрабатывает порывы. И, конечно, хорошо расправляется после падения, стабильно перезапускаясь. Простые, хорошо контролируемые прыжки с переводом кайта. Для опытных любителей могут показаться недостаточно резкими. Прыгать ванхукет потребует силовой подготовки, чтобы удержать планку. При вращении свитчблейда ощутима инерция. Его хорошо контролируемая тяга удобна в лавировке. На мой взгляд, новый свитч заметно легче управляется и будет хорошим вариантом для большинства любителей фрирайда на твинтипе.